1967 году Оливер Стоун пехотинцем воевал во Вьетнаме. За время службы он был награжден бронзовой звездой за проявленное мужество. 10 лет спустя в Голливуде он получил премию «Оскар» за фильм «Полуночный экспресс». Сегодня он готов рассказать новую историю, фильм, основанный на его личном опыте. Много лет прошло с тех пор, как Стоун вернулся из Вьетнама, но память о той войне живет в нем и поныне. Первая настоящая жертва войны – чистота души. Первый настоящий фильм о войне во Вьетнаме – «Взвод».